феврале этого года экс-участница телепроекта «Дом-2» Екатерина Колесниченко сообщила своим поклонникам, что находится в положении. Девушка опубликовала фотографию с романтической поездки на День всех влюбленных в Париж. Незадолго до этого радостного события девушка опубликовала другую фотографию с обручальным кольцом и ясно дала понять, что ее личная жизнь набирает виражи. Сама Екатерина признается, что они с возлюбленным решили расписаться до рождения ребенка. Несмотря на то, что у модели уже довольно большой срок 32 недели, она все равно получила огромное наслаждение от свадебной церемонии. Также Колесниченко рассказала, что они с мужем собираются отметить свадьбу по всем традициям с пышной вечеринкой и большим количеством гостей, но это уже будет после рождения ребенка, когда бывшая участница телепроекта «Дом-2» придет в форму. Будущая мама призналась, что ненавидит волокиту с бумажками, поэтому фамилию оставила девичью. Думаю, что это будет осенняя пора, если я к тому моменту буду в форме. Мне просто не хотелось делать свадебное фото, когда я шар. Конечно же, хочется быть красоткой, сообщила стархиту Екатерина. Свадьба Кати Колесниченко. Фото. Личный архив. Вчера мероприятие прошло в узком кругу. Со стороны невесты были приглашены сестра Юлия с мужем Тиграном, а также двое друзей со стороны мужа. После росписи компания отправилась в ресторан, где скромно отметила важное для молодоженов событие. Лицо своего возлюбленного Екатерина не спешит показывать. Подписчики сразу же поздравили девушку с радостным событием и пожелали крепкой и счастливой семейной жизни. Желаю, чтобы каждый день совместной жизни был наполнен светом и радостными эмоциями, как сейчас пишет поклонница под публикацией в микроблоге. Напомним, что в декабре 2018 года Катя официально развелась со своим мужем Никитой Капелюшем, который является популярным диджеем. После девушка признавалась, что больше не торопится поскорее выйти замуж, однако судьба распорядилась иначе. Новый возлюбленный Екатерины не стал долго тянуть и сделал девушке предложение спустя месяц после ее официального развода с Никитой. Роман с нынешним мужем экс-участница телестройки долгое время тщательно скрывала. По материалам Дом-2 Клэс Пост 625 807 подписчиков.